Я был бы вам очень признателен. Конечно, я с удовольствием. Да, вы только предъявите мне тело, и я отпущу слон. Но сначала я хочу увидеть эту умершую бабушку. Эд! Все нормально, Грейс. Это Феррис Бьюлер, этот маленький прохвост. Я устрою ему ловушку, и он попадется. Эд, простите, вы сказали, что хотите увидеть тело? Да, правильно. Привезите сюда ее старые кости. Я отпущу вашу дочь. Понимаете, такова политика нашей школы. Это была ваша мать? Нет, мать моей жены. Офис Эда Руни. Привет, это Феррис Бьюлер. Я могу поговорить с мистером Руни, пожалуйста? Благодарю вас. Минутку. Вот что я тебе скажу, засранец. Если тебе не нравится моя политика, приходи сюда и поцелуй мою большую белую задницу. Берегись, цветик-семицветик. Что? Феррис Бьюлер на второй линии. Здравствуйте, мистер Руни, как поживаете? Простите, что отрываю вас от работы, но я сегодня не очень хорошо себя чувствую и хотел узнать, может ли моя сестра взять домашнее задание для меня? Всего вам хорошего. Мистер Питерсон... Нет, я должен извиниться, сэр. Я тоже так думаю. Я... Клянусь богом, я думаю, что вы должны извиниться. Умер член моей семьи, а вы меня оскорбляете. Что, черт возьми, на вас нашло? Я не знаю, сэр. То есть я думал, что говорил не с вами, говорил с кем-то другим. Поверьте, сэр, я бы не посмел намеренно оскорбить ваши чувства. Я не могу выразить, как я расстроен. Что? Простите за грубость, но вы тупица. Чего вы хотите? Тупица? Правильно, сэр. Как вы точно угадали. Идите, найдите ее. Я еще не закончил, болван. Вы слышите меня? Очень хорошо, мистер Питерсон. Называйте меня сэр, черт вас возьми. Да, сэр. Так-то лучше. Занимайтесь своей школой, осел. И не забывайте, с кем имеете дело. Бьюлер. Феррис Бьюлер. Я немного боюсь, потому что если он узнает мой голос... Не узнает, у тебя отлично получается. Да? Руни, я не могу целый день кричать на вас. Скажу коротко и ясно. Отлично, прекрасно, мне нравится. Моя дочь через 10 минут должна ждать меня около школы одна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь... Что? Это вызовет подозрение. Он поймет, что здесь что-то не так. Закрой трубку. Говори ты. Говори. Ты. Говори. Давай ты. Говори же. Руни? Руни? Да, сэр, да. Слушайте меня внимательно. Я передумал. Вы ждите меня вместе с ней возле школы. Я хочу сказать вам пару слов. Подождите. Слоан, дорогая, давай поторопись. Привет. А поцелуй для папочки? Ты шутишь? Странные нравы у них в семье.